Бывший председатель Федеральной резервной службы Бен Бернанке сказал, что блокчейн предлагает большие перспективы глобальным банковским системам. Это заявление он сделал на конференции, организованной Ripple в Торонто. ФРС, Банк Англии и Япония поддерживают эту технологию, потому что она улучшает платежные системы, считает Бернанке. Он отметил, что система в стиле блокчейна могла бы предотвратить прошлогоднее фиаско, когда хакеры использовали систему денежных переводов SWIFT, чтобы украсть более 80 миллионов долларов из Центрального банка Бангладеша. Также Бернанке считает, что блокчейн будет особенно эффективен для ускорения трансграничных платежей. Отметим, что на днях президент Всемирного банка Джим Ян Ким тоже положительно отозвался о блокчейне.